Завершился конкурс «Скорпиофест», прирученный к празднованию Дня города. А сегодня состоялась церемония награждения победителя. В торжественном мероприятии приняли участие Аким Тараза Бахшан Орымбеков. Подробнее в следующем материале. Главной целью конкурса, организованного Тарасским городским акиматом и общественным объединением «Нахмет Нора», является возрождение забытых ремесел казахского народа, привлечение их к повседневному использованию в быту, передача богатого наследия от предков последующим поколениям, популяризация среди молодежи искусства и технологии изготовления одеял, разработанных в традиционном казахском стиле. В свою очередь, градоначальник поздравил и наградил мастеров рукоделия. Поздравляю с Днем города. В рамках данного празднования мы проводим конкурс «Скорпиофест». Говорят, что национальные ценности уходят в забытье, однако с этим согласиться нельзя. И именно сегодняшнее мероприятие служит тому доказательством. Сегодня мы стали свидетелями передачи богатого наследия от старшего поколения к молодежи. В конкурсе приняли участие 15 рукодельниц. У них также разные возрастные категории. Самую молодую из них всего 14 лет. Участницы представили жюри коллекции. Изготовленные своими руками объяснили значение наименования своих работ, способ производства, специфику, технику пошива, историю происхождения. Победительница конкурса Нурсулу Камзабек говорит, что начала заниматься этим делом 7-8 лет назад. Выражаю огромную благодарность как Жамбылскому областному, так и Тарасскому городскому акимату за постоянно оказываемую поддержку, предоставленные возможности и вознаграждения. А также спасибо Анарабке за организацию столь важного мероприятия по возрождению забытых ремесел казахского народа. В конце мероприятия участники конкурса сфотографировались на память, а конкурсы, посвященные национальным ценностям, будут организованы и впредь. Дана Самат, Алимжан Ахбаев, 77 News.